Всем привет, с вами Time Games, продолжаем проходить Silent Hill 2. Так, особое место Park Rosewater мы проверили, там никого не оказалось, кроме Марии. И еще у Джеймса и Мэри есть одно, еще одно место, их не особое место, это отель Lakeview, который показан на карте кружком красным. И именно туда нам нужно по Натан Авеню. Так, давайте посмотрим. Так, нам просто нужно бежать вперед. По пути тут всякие манекены нам встречаются. Зайдем нас смотреть, может быть, что валяется неприколоченное. Может быть, что-то на другой стороне есть, но просматривать обе стороны я не могу. Думаю, сами видите, какой просто жуткий. Так. Нифига себе. Кто это их так выкинул? Обалдеть просто. Так, Йоан, что бы это значило? Коктейльс, какой-то бар, вывеска бара. Так, шины ведут сюда. К аптечке. Ну тут тупичок. Так, это что у нас тут было? Как они? Лодки к парку развлечений Lakeside и отелю Lakeview. Дорога закрыта. Так. Тут у нас историческое общество города Silent Hill. Закрыто. Летающие манекены? Это вообще... Я уже этого не помню. Гигакомпьютер. Baby and Kids. Silent Hill, свежее мясо. Да, точно, она тут свеженькая. Вон как летает. Так. Не понял. Что за ерунда? Куда нам тут? Там какое-то историческое сообщество было, но оно заперто. Так, куда Джеймс смотрит? Опа, тут.
Фак. Так. Ах. Историческое сообщество. И еще кружком вот что-то отмечено. Болграма. Ага, видимо, нам туда. Еще тут пачка патронов. Ну что же, идем в Болграма. Это, наверное, какой-то боулинг. Нифига себе. Следы шин на асфальте. Кто-то, видимо, хорошенечко врезался куда-то. Или кого-то страшного увидел. Пришлось резко остановиться. Хотя я бы наоборот сбивал. Вот только таких вот индивидуумов. Текст газ. Так, и где же у нас Болграма? Так. Джеймс куда-то смотрел. На бутылочку с лекарством. Да, я подожду здесь. Ненавижу боулинг. Я здесь не для того, чтобы в игры играть, ты же знаешь. Окей, поспеши. Я, кстати, боулинг тоже не очень люблю. Поэтому это место для меня будет не очень таким хорошим. О, это же наш старый с девочкой. И что же ты такого сделал? Ограбление? Убийство? Не, ничего подобного. Ха, ты просто робкий трусишка. Зачем ты так говоришь? Мне показалось, ты сказал, у тебя на хвосте копы. Нет, я бежал просто от страха. Понятия не имею, что там делают копы. Но если ты чего-то натворил, почему бы просто не извиниться? Ну, думаю, мне тоже довелось побегать. Это плохо. Они не послушают. Никто меня никогда не простит. Ты нашел леди? Как там ее имя? Мэри? Так. Это уже похоже, нам нужно сюда идти, но мы еще не проверили, что у нас впереди. Впереди у нас надпись закрыта. Текст. Джеймс у нас никуда не смотрит. Ничто ему не интересно. Может, какая баночка? Баночка есть? Нет, ничего. А вот и наш Эдди.
Эдди? Ну? А ты... Джеймс. Мы встречались в многоквартирном доме. Ага, я помню, но... Ты здесь один, Эдди? А, нет. Пока-пока. Девочка, стой, убежала. Вернись. Эдди, за ней. За Лаурой? Но почему? Лаура? Ее так зовут? Так она сказала. В этом городе полно чудовищ. Как ты можешь рассиживать тут и жрать пиццу? Она сказала, что ей и одной неплохо. Она сказала, что толстяк вроде меня лишь задержал бы ее. Да ну тебя к черту. Да, правильно. Сиди, обжирайся своей пиццей. Так, здесь у нас ничего нет. Совершенно ничего. Так, идем за Лаурой. Не понял. Выход. Здесь не пробегала маленькая девочка? Да, но она оказалась слишком быстро. А ты не собираешься догнать ее? Где я ее должен догонять? Мусорные бачки. А это куда ведет? Так, и куда нам? Вверх, вниз? Тупик. Значит, единственный путь сюда. Опа. Какая-то дверь. Закрыта. Она прошла здесь. Как она? А-а-а. Есть ли другой путь? Да. Вот здесь. Но только что была эта дверь закрыта. Как она могла? Не пойдет. Заперта. А, вон она что. Вон что у нас Мария-то умеет, Машка наша. Так. Что у нас здесь? Куча хлама. Карты никакой нет. Куда-то мы вообще пришли? Магазин, что ли? Подсобное помещение. Кис.
А, это тот самый бар. Мы же были здесь, не помню в какой, по-моему, в первой части. Заходили сюда. А здесь совершенно ничего нет. Это просто переход. Haven Night. Что-то типа ночные небеса. Так. Но теперь-то нам куда? Налево там будет заправка. Так, что такое, карту опять нажал? Заправка Texan. Ага. Тут пройти нельзя, значит нам точно в эту сторону. Джеймс, ты чё как пьяный бегаешь? В баре-то просто ведь было. Просто зашли и вышли, ты же там ничего не пил. Так, грузовичок у нас такой вот. Ага. Оно там. В госпиталь убежала. Госпиталь Букхейвен. Так, карту нужно взять обязательно. Так, ну мы здесь уже ходили в третьей части. Придется походить еще. Что я могу сказать? Куда он смотрит? Джек Дэвис. Он пытался трижды совершить самоубийство. В прошлом по неизвестным причинам. Хотя зачастую он представляет собой примерного пациента, следующего словам докторов и медсестер. Он должен находиться под пристальным присмотром по причине своих прошлых яростных попыток совершить самоубийство. Джозеф Баркин. Глубинной причиной его болезни, похоже, является тот факт, что он считает себя виновным в смерти своей дочери. Его симптомы указывают на нервный срыв и параноидальную манию. Обычно спокоен, но склонен к совершению насильственных действий, когда чем-либо возбужден. Джошуа Льюис. История госпитализации, впрочем, как его и биография, состоит из многочисленных побоев, нападений и других действий активного насилия. У пациента наблюдается сильный комплекс преследования и тенденция решать исходящие от него проблемы через насилие. Необходим строгий надзор. Да, вот такие вот тут персонажи в больничке. Давайте сохранимся. Вдруг кто-нибудь на нас нападет. Какой-нибудь индивидуум. Один из этих трех. Так. Мы уже это читали. Нам это уже не нужно.
что у нас? Потенциально это заболевание существует в каждом, и при определенных обстоятельствах любой мужчина или женщина могут перейти, подобно ему, на обратную сторону. Возможно, определение «обратная сторона» не лучшим образом отображает суть вещей. В конце концов, не существует стены между «здесь» и «там». Она лежит на границах, где реальность и нереальность пересекаются. Это место одновременно близко и далеко. Некоторые даже не считают это болезнью. Я не могу согласиться с ними. Я доктор, а не философ, и даже не психиатр. Но иногда мне приходится задавать себе этот вопрос. Не секрет, что для нас его видения являются не более чем порождениями его больного воображения. Но для него просто не существует другой реальности. Кроме того, он счастлив там. Так почему, спрашиваю я себя, почему во имя его лечения мы болезненно возвращаем его в мир нашей собственной реальности? Еще что-то дописано от руки. Я взял у Джозефа ключ. Скорее всего, это ключ от той коробки. Ключ пурпурный бык. Такс, больше здесь ничего. Так, вот куда смотрел Джеймс, на бутылочку с лечебным напитком. Так, давайте определимся, куда идти вначале. Ну давайте уже по старой доброй традиции обойдем вокруг. Закрыто. Закрыто. Лифт. Лифт у нас без электричества. Тут тоже закрыто. Куда ты собрался? Мы же еще не нашли Лауру. Лауру, блин. Лауру. Так, сломано. Все поломано. Так. Примерно помню я. Так, это у нас лестничная клетка, если я не ошибаюсь. Правильно помню. Да. Сюда нам пока не нужно. Закрыто. И тут у нас пароль. Да? Нет? Просто ключ. Хорошо. Забито. И тут у нас тоже не пройти. То есть закрыто все. Две у нас комнаты. Даже три, которым нужен ключ. Все, я проверил. Единственный наш путь это вот сюда. Давайте сходим. Сходили в подвал. Ну что же, идем на второй этаж. Так.
Вот так вот тебе, родная. А вот здесь открыто. Ну, так, возьмем патроны. Но пока сюда идти не хочу. Нужно проверить остальные двери. Так, дверь он не может открыть. Нашли мы единственную дверь открытую. Что это? Раздевалка какая-то. Тут что-то есть в кармане. Ключ от комнаты осмотра. Куда он еще смотрит? На Марию, что ли? Ну, наверное. Так, еще одна дверь открытая. Что это? Дробовик. Так, а еще куда-то он смотрит. Мишка какой-то. Что случилось? Я укололся. Ты в порядке? Ага. Кукла Вуду. Погнутая игла. Так, ну-ка отойди. Женщина. Так, понятно, здесь больше ничего нет. Заблокировано. Лифт тоже не работает. Вот так вот те. Закрыто. Так, что у нас получается? Все везде закрыто, единственный путь это в палаты идти. Что же, идем в палаты. Есть у нас еще ключ какой-то смотровой, это скорее всего на первом этаже. Так, тут закрыто. Птичка. Что еще? Я знаю его, я знаю код коробки 5995. Так, давайте запишем 5995. Он ему больше не поможет. Кодовый замок не испугает меня. Так что никто не сможет меня остановить. Может остановиться. Кто я? Не знаю, кто я. Какой-то придурок там. Что-то писал. Вот это вот. Сообщение. Так, приголубим тебя. Так, здесь явно все закрыто.
Так, что тут? Кнопка вызова лифта закрыта какой-то крышкой. Блин, она заперта. Тетку какую-то надо. Так, ну что же, пойдем. С последней получается двери. С последней палаты. Здесь нас встречает доброжелательная медсестра. Очень гостеприимная. Сразу кланяется в ноги. Так, поехали в следующую палату. Следующая палата заблокирована. Еще одна заблокирована. Открыто. Здесь нас ждет не менее доброжелательная медсестра, которая также упала при виде нас в ноги. Ну и по сути здесь вообще ничего нет. Одни только патроны и аптечки. Так, не мешайся, Мин Мария, раз пошла со мной. Так, а вот здесь уже Джеймс куда-то смотрит. Ага. Ключ лазуритовый глаз. И патроны для дробовика. Для дробовика это круто. Так, здесь есть у нас двери, которые не открываются. Может быть, этот ключ. А нет, это на первом этаже. Ну что же, тогда идем на второй этаж. Ой, что за второй этаж? Мы сейчас на втором этаже. Идем на первый этаж. У нас уже, в принципе, два ключа. А там две двери есть. Запертые. Какая-то все равно в любом случае откроется. Так. Вот. Смотровая комната. Так, что тут у нас? Так, Джеймс куда-то смотрит на Мэри. Видимо, да. Зачем ты на Мэри смотришь? Смущаешь меня. Я не пойму. Есть здесь что-то или нет? Скорее всего, здесь ничего нет. Просто проход. Так. Вижу патроны. Для дробовика это круто. Куча листов бумаги. Так. Операционную дверь закрыта. Холл третьего этажа крыла пациентов. Так. Третий этаж запишем. 73-35. Уже у нас есть два пароля. Так, вот еще в палату, в холл к пациентам закрыто. Так, это не в этой стороне.
Ключа у нас нет. Ладно. Погнали тогда на третий этаж. Так, получается, второй этаж мы обошли. А на первом месте еще одна дверь. Угу. Вот сюда вводится пароль. Давайте его сразу введем. Это у нас 7335. Все, теперь двери открыты. Но мы, конечно же, проверим сначала другое. Так, здесь закрыто. Это что у нас? Закрыто. Давай, давай. Лежи дальше. Так, тут у нас всякий хлам. Так, Джеймс куда-то смотрит. А, вот аптечка. И лифт. В принципе, больше-то и некуда. Он как сюда. Заперто. Заперто. Уже по традиции проверяем правую сторону. Для начала. Так, что у нас тут? В слюном отверстии канализационной трубы что-то застряло. Отверстие слишком маленькое, и я не могу просунуть руку, чтобы достать. Это если бы у меня было что-нибудь тонкое и длинное. Тонкое и длинное. Угу. Может, у тебя что-нибудь есть в штанах тонкое и длинное? А, Джеймс? Так. Не это я хотел сделать. Так, по сути, крючок у нас есть. Так, это вообще фигню уберем. Так. Лечимся. Крючок у нас есть, у нас нету нитки. Нитки нет. Так, а здесь у нас отмечают? Нет? Нет, не отмечается, как это было в третьей части. Ну что же, запомним, третий этаж душевая. Там что-то. Там ключ, наверное, какой-то. Успокоим душу. Так, тут тоже ничего. Манекен. Тебе придется умереть. Комната С-14. Палата, точнее. Ого, вот это да. Вот это коробок. Так. Есть у нас один пароль. 5995. Так, один замок сняли. А вот от этого я не знаю пароль. Ну-ка, 7335 подают, нет? Не
Нет, не подходит. У нас есть какой-то ключ. Давайте попробуем его сюда применить. Да, ключ отсюда. Но у нас нет еще одного пароля. Хорошо, будем искать. У нас тут еще много палат неисследованных. Может быть, здесь где-то подсказка таится. Напиток лечебный. Так, и больше ничего. Только сохранение. Как я понимаю, тут сохраняться можно на 100-500 мест. Лишь бы хватило места на жестком диске. А места мне на жестком диске хватит. Я даже не знаю, на сколько тысяч сохранений. Может быть, даже не тысяча, а миллион. Так, что-то все заперто. Так, вот одна открыта. Нам нужен пароль. Джеймс, обожди минутку. Я немного устала. Это все последствия. Тебе нужно отдохнуть. Как удобно. Давай, ложись рядом. Она намекает. Схожу-ка я поищу ее. Лауру. Я вернусь, как только смогу. Так, ладно. Джеймс, я хочу что-то спросить. Что если ты не найдешь Мэри? Что ты будешь делать? Я об этом как-то не думал. Так, ключ, Джеймс, давай бери. Так, ну опять так быстро схватилось. Что за ключ? Ключ к выходу на крышу. Ага, вот как. Теперь мы можем попасть на крышу. Мария у нас слегла. Все. Единственный ход это на крышу. Еще у нас какой-то есть ключ пурпурный бык. Вот, похоже. Так, а тут тупик. Угу. Нам получается сюда. Ну что же, дорогие друзья, на крышу мы пойдем уже в следующей серии. На этом наша серия заканчивается. С вами был Time Games. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если подписываетесь, смотрите. Молодцы. Ну и всем до следующей серии. Всем пока-пока.